сразу за немножко жутоватый фон, но, короче, привет! И сегодня мы будем снимать видео вкусняшки. Да, я просто посмотрела несколько видео, где люди снимают, где они пробуют разные вкусняшки. И мы с Лизой сходили в магазин. Их не так много, но все же они есть. И все это мы будем запивать колой. Первое, что мы будем кушать, это маршмеллоу. Далее две упаковки Oreo, ванильные чипсы и Skittles. Харибо чипсы. Давай, раз, два. Как зефир обычный. Он тут добавили на шоколадный ванильный сахар. Да. Ладно, дохлаем потом. Да. Ванильные чипсы. Я видела их в рекламе. Девушка жарила их на сковородке. Давай тоже попробуем. Не надо. Такая кисленькая посыпка. Ну, дальше яблоко скушаем напополам. Чего напополам, если я смогу их найти? Неплохие. Мне кажется, что Oreo все пробовали. Это обычное шоколадное печенье, которым придавлен какой-то крем. В общем, господа, если бы мы жили в, соответственно, в Москве или же за границей, то тогда бы эти вкусняшки, они были бы немного... Разнообразнее. Да, разнообразнее. Потому что мне кажется, эти ноги могли видеть. Дальше ты выбрала Skittles. Мне кажется, что такой Skittles видел каждый в своем городе. И ел. Да. Ну как бы просто, вот, знаете, сделаем поинтереснее, будем угадывать вкус, прочитаем, какие вкусы здесь есть. В общем, здесь есть апельсин, клубника, лайм, лимон, черная смородина. Я разумею, как это делает, и не смогу сказать. Это лимон. Дальше у нас называется харибо. Последнее, что осталось. А. Давай. Давай, щелкаемся. Червяками. Я думаю, нашему спасителю Кока-Коле мы ставим... 10-10. Да. Какую оценку ты поставишь маршмеллоу? Потому что они типичные, они не очень вкусные. Я, наверное, поставлю 6. 10-10, потому что это мое самое любимое печенье. Мое вообще тоже. Ой, я обожаю. Знаете, вот на самом деле, мне кажется, что не стоит просить дешевле, чем вот я была в Польше когда-то. Потому что это китайская подделка. Это русская подделка. Дальше чипсы. Я им поставлю, наверное, 3. Дальше червячки. 3. И Skittles я поставлю 8. Или 9 из 10, потому что я их, в принципе, очень сильно люблю, Skittles.